2 июля 17 год, Харьков. Проспект Науки. Университет и Газпром. Памятник казаку Харько верхом на коне. Изваяние, конечно, с чрезмерной детализацией, не позволяющей сомневаться, мальчик это лошадка или девочка. Засновником Харькова с нагоды 350-річчя міста, то есть основателем Харькова по поводу 350-летия основания города. Серпень 2004. Автор Царетели. Памятник отлили в Санкт-Петербурге. Если памятник основателям Харькова, можно было, конечно, обойтись и без коня. Но это не в масштабах Царетели. Так, это у нас уже 23 августа, да. Ладно, пойдем туда.